Что значит мир для тех, кто смотрит ввысь с небес свой, устремляя взор в лазурь? Жемчужины на небе полыхают, но этот океан далек. И не сыскать тех кораблей, что унесут к тем дивным берегам на целый век. Гадает человек о тайнах бесконечно вечных, не один уж долгий век. Поэзія – єдина творча стихія, але в ній уживаються два протилежні полюси – авангард і класика. Вже вп'яте у Харкові з успіхом проходить поетичний фестиваль «Авангард». Конкурсним майданчиком для поетів став будинок легендарної співачки Клавдії Шурженко. Харьковский музей знаменитых харьковчан имени Клавдии Ивановны Шурженко всегда открыт, двери его открыты для гостей города, для харьковчан, а особенно для творческих харьковчан, молодежи. Мы с удовольствием проводим здесь творческие вечера, мероприятия. Что я была и с вами, и с тобой, держала руки под горячим ливнем, что тот, кто первый звал уйти с собой, тот раньше всех, увы, меня покинул. «Авангард» дав путівку у життя багатьом талановитим поетам. Цього року фестиваль набув особливого масштабу, наповнився новим змістом, розповідають організатори. В этом году добавилась какая-то гражданственность у людей. Причем эта гражданственность, она не выходит за пределы дозволенного. То есть это не воинственная гражданственность, это больше как переживание не того, что происходит. Потому что мы все прекрасно понимаем, что нужно объединяться, а не разъединяться. Этот фестиваль, он является международным. То есть приезжают люди с разных, не только городов Украины, но и с других стран. То есть это и Белоруссия, и Россия, и Украина. Мне очень приятно видеть участников из Крыма, Симферополя. Из Луганска, украиномовных. Это замечательно, это очень хорошо. Из Тячева, Закарпатья. Харьков, конечно, не столица Европы пока. Но, тем не менее, точка сборки, точка притяжения достойных, интересных авторов. Організатор фестивалю – клуб поезії «Авал». Тут працює студія вдосконалення майстерності для поетів-початківців під керівництвом Андрія Костинського. Это поэт международного уровня. Свою жизнь он посвятил не только поэзии, но и работе с молодыми авторами. Учасники фестивалю, звичайно ж, прагнули до перемоги. Але відзначали, спілкування і обмін досвідом для них не менш важливі. Та були одностайні в тому, що в творчості головне – натхнення. Тільки завдяки йому народжується справжня поезія. Звісно, вдохновення. Вдохновення пишеться в основному одразу якісь великі основні частини, а от дорабатуватися можуть даже очень долгое время. Когда-то хватает часа доработать стихотворение, когда-то на это уходит целый месяц. Сначала вдохновение, потом работа над строчкой, над словом, над слогом. Ну, как поэт, который имеет филологическое классическое образование, я умею работать над своими текстами. Посмотрим, насколько это сегодня будет в тему. Когда действительно что-то в тебе горит, настоящий огонь, то мне кажется, им нужно делиться. Мы всегда будем друг у друга на подкорке, в блокноте, в ванной, простым стикером на стекле, ну а главное, ломкой, странной, тонкой линией на руке.